Всем привет! Доброе-доброе утро! Я на берегу озера Lake Bowen. Озеро Bowen. Вот здесь спускается лодка рыбацкая. Это озеро, что купаться с берега нельзя. Но можно рыбачить, можно на каяках плавать. Можно вот на таких моторных лодках, на джетски плавать. Наши мальчики тоже плавали на каяках. И есть такие paddle boats, ну разные. Можно здесь плавать. И даже в этом парке есть такое место, что висят бесплатные life jackets, жакеты, что их можно одевать. И не бесплатно, чтобы не было никаких этих accidents. Потому что были случаи, что здесь дети и взрослые топились. Чтоб во избежание вот таких вот происшествий поставили такой шест, и там висят life jackets. Я вам сейчас пройдусь и вам покажу. Такое спокойное озеро. Здесь можно рыбачить даже с берега. Тоже наши хлопцы приезжали, рыбачили. Маленькую рыбу ловили, но и большую тоже попадалась. Вот площадка для детей, и качельки, и горки, и накрытие есть, что можно посидеть, столиками покушать. И она всегда здесь закрывается. Не знаю, почему она сейчас открыта, но обычно всегда эти ворота закрытые. Все надо, чтобы было safety. А это новый дек. Его только в прошлом году построили. Гусочки отдыхают. Здесь часто детки приходят, кормят гусей. Ага. Вот так. Здесь можно посидеть. Здесь улица идет наша, Highway 9. Это девятка. Идет к, она переходит и в другой штат. Она начинается в нашем штате, а потом и переходит в Северную Каролину. Мы уже очень близко, где-то минут 20, и мы уже у Северной Каролины. Вот так. Утро, все спешат, бегут на работу. А здесь тишина. Вот, и вот эти спасательные жакеты, что я вам говорила. Они здесь просто вот так висят. Берешь разные вот, детские, взрослые, разные размеры. Поплавал и возвращаешь назад для кого-то другого. Вот видите, и это все сделано in memory of. Это в память об этих умерших, утонувших ребятах, детей. Ну, здесь не только они, но... Именно вот написано вот эти имена деток. И сделали такую программу, чтобы loner life jackets, чтобы просто одеть, использовать на время купания, плавания. Ну, я неправильно сказала, не купания, а плавания. И назад положить. Еще другие после тебя тоже будут использовать. Хотела поговорить с вами немножко за мое прошлое видео, там, где рецепт суши бейк. Может, я неправильно выразилась, что это рецепт. Наверное, было бы точнее правильно написать «готовим вместе», потому что я понимаю, когда рецепт, ты прописываешь все пропорции, все, как делать, как что. А я просто, можно сказать, готовила и вам быстренько говорила, как я это делаю. Почему я не написала соус или все эти ингредиенты точно? Потому что, когда я делаю суши-курсы, даже мастер-классы, когда ко мне девочки приходили домой, я делала прошлой осенью, у меня были 3 недели, и, получается, у меня было
8 классов у меня было. Они были мастер-классы, домой девочки приходили, и мы проходили этот урок. Это были платные уроки, и за это платят. Так же, как и у меня видео уроки, когда мы вместе готовим суши, они у меня платные. И я тогда уже рассказываю рецепты, пропорции, все. И получается, будет нечестно, если все рассказать, а мне за это девчата за это платят, за эти рецепты. Так что извиняйте, я назову это видео по-другому. Напишу «Готовим вместе». Это будет правильнее. Ну, а именно рецептов суши-бейк есть много на интернете. Очень много. Вы можете смотреть на YouTube, на Google, напечатать, и там есть и пропорции, все как люди готовят. А это мое. Это мое, как я дома готовлю, как я делаю на заказ примерно вот так. Но это тоже по желанию людей. Есть разные начинки, есть крабовые, есть с красной рыбы, есть с креветок. Кто как любит, кто как желает. Так что это такое маленькое разъяснение, чтобы не было негодования. Сегодня я хочу тоже выставить вам одно блюдо. Называется ло мейн, или чао мейн называют его. Это такая китайская лапша, еще в народе называют. Тоже это рецепт, как я делаю. Тоже там нет таких пропорций, как фудблогеры делают, да. Это просто, наверное, я буду называть «Готовим вместе». Моя соседка дала мне этот рецепт, она тоже мне так рассказала, как все рассказывают рецепты на ходу, и уже сам делаешь под себя, под свою семью. Все. Спасибо вам за просмотры, за комментарии, за лайки, подписывайтесь, спасибо. Так, покажу вам ингредиенты, что я буду ложить в эту китайскую вермишель. Зукини порезала вот такими небольшими кольцами. Зукини надо не пережарить, только на высоком огне. На 30 секунд туда-сюда, чуть-чуть так просто стир-фрай, очень быстро. То же самое с капустой, то же самое с красным перцем болгарским, то же самое и с луком. Для этого соуса я покажу. Тоже эти все соусы можно купить в одном магазине. В том Seven Moon, что я выставляла раньше. Азиатский магазин, кто локал, кто местный. Посмотрите этот магазин, он очень хороший. И все всегда есть. Так, сой-соус, паприка. Ну, мы любим немножко такое, чтобы острое было. Это не обязательно. Вот этот соус, sweet soy sauce, сладкий соус, soy sauce, это обязательный соус. И sweet chili sauce, ну он тоже обязательно, он дает такое, он и остроту, и сладость дает, вкусный соус. Его тоже хорошо с эгролами. Я как-то выставлю рецепт эгролов, как я делаю. Тоже он хорошо к этому идет. Это мои соусы, и я еще туда добавляю соль, перец немножко, специи. Ну, я больше таких других специй и не пользуюсь. Соль, перец — это мои номер один специи. И также в эту вермишель я добавлю креветки, они уже отваренные, и это уже в конце, просто в конце. И это будет, у меня сегодня будет мясо, свинина. Курица кончилась, я разморозила вовремя, а быстро мне разморозила с кусочками такими порциональными, у меня была свинина, я ее разморозила, и она у нас будет вермишель с свининой.